Сегодня я вам расскажу о том, как проходит экскурсия в Олимпийский парк. Экскурсия начинается в вечернее время, и мы приезжаем к Олимпийскому парку и проходим на медальную площадь, к чаше Олимпийского огня. Вот я замечала, наши туристы, наши гости Сочи, вот каждый раз на экскурсии спрашивают, где же проходили Олимпийские игры, где была церемония открытия. И вот те, кого так интересует эта тема, они как раз-таки собираются на медальной площади. Экскурсовод дает полную информацию о планах олимпийских, как они были реализованы в такое короткое время. Мы рассказываем о структуре Олимпийского парка, показывая каждую из ледовых арен и стадион Фишт. Но посещение ледовых арен и стадиона Фишт не запланировано во время этого посещения. Далее, конечно, главным вопросом является, а как, расскажите, как зажигали огонь Олимпиады? И это, наверное, самый трогательный рассказ о том, как Ирина Роднина с Владиславом Третьяком бежали с факелом к чаше. Самым главным действием, которое ожидает туристов во время этой экскурсии, это просмотр светомузыкального шоу фонтанов, который так и называется «Чаша Олимпийского огня». Люди занимают очередь заранее, считая, что лучше ближе подойти, но это вопрос очень спорный. И вот в определенный час начинает играть музыка, и поднимаются водные струи, интересно и красиво повторяя заданный рисунок. Музыкальные композиции, они определены по жанрам. Каждый день недели определенная музыкальная жанровая композиция. И самый кульминационный момент музыкального произведения, водные струи поднимаются на 60 метров выше чаши. А какая удивительная световая подсветка. То есть все это, то, что видят и переживают наши гости, вот в этой обстановке, мы же экскурсоводы уже воссоздали эту обстановку, которая была незабываема во время Олимпийских игр. И они, им кажется, вот этот час, пока они смотрят фонтаны, как будто они как раз-таки на Олимпийских играх, во время награждений. И они себя причисляют вот именно к тем, кто был на Олимпиаде, это тоже очень важно. Настолько музыка вдохновляет людей, настолько создает яркие эмоции. Они танцуют, они просто танцуют и приходят в автобус с счастливыми людьми. Так что вечер, проведенный у чаши Олимпийского огня, это один из ярких вечеров на отдыхе в Сочи.